Родители маленьких пациентов детского отделения Барнаульской горбольницы номер 10 теперь не узнают. Стационар отремонтировали за счет средств краевого бюджета, фонда обязательного медицинского страхования и спонсорской помощи. Ремонт в стационаре детского отделения начался в январе. В июне прием детей прекратили для завершения работ. В порядок отделения привели сами, силами строительной бригады больницы. Кроме косметического, стационар нуждался и в капитальном ремонте пола, потолка и стен. Всего отремонтировали 5 палат. Заменили мебель, окна, систему отопления и водоснабжения. Также удалось обновить помещение столовой. Вскоре ремонт начнется в регистратуре поликлиники, приемном покое и других отделениях. На этом мы не останавливаемся. На следующий год точно так же мы пытаемся дооснаститься, собираем определенные заявки на оборудование, на инвентарь, который нужен еще сегодня. Эти работы в плановом порядке будут осуществляться и в дальнейшем.